25-летие Дейтонских соглашений, положивших конец кровопролитной гражданской войне, отмечает Босния и Герцеговина. По этому случаю в субботу глава европейской дипломатии встретился с тремя членами боснийского президиума. «Будущее этой страны связано с Европой», — сказал Жозеп Боррель, подчеркнув, что Евросоюз ждет пополнения своих рядов, но для этого Сараеву предстоит провести ряд реформ. «Давайте сделаем так, чтобы эта годовщина стала поворотным моментом, переходом от поствоенного этапа к подготовке к вступлению в сообщество, то есть из Дейтона в Брюссель. Здесь, в Боснии, как и в других странах, во всем Балканском регионе, глубоко укоренившиеся политические разногласия, недостатки в системе правосудия, коррупция и негативная риторика по-прежнему препятствуют прогрессу. Мирное соглашение лидеры трех общин заключили 21 ноября 1995-го, четверть века спустя. Межэтнические противоречия в Боснии сохраняются. Ведя без особых успехов борьбу с коррупцией, страна остается одной из самых бедных на европейском континенте.